А сейчас к теме спорта. Ей нравится, что она делает то, чего не могут остальные, поэтому она победитель. Губернатор Игорь Руденя вручил региональные награды российской лыжнице, президенту Федерации лыжных гонок Тверской области Наталье Непряевой, ее тренерам Ирине Непряевой и Александру Смирнову. За профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие спорта в Тверской области Наталье Непряевой присвоено звание «Почетный гражданин Тверской области». Наталья Непряева – чемпионка Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Уроженка Твери завоевала полный комплект олимпийских наград. Спортсменка стала первой российской чемпионкой тур-де-ски и выиграла большой хрустальный глобус. С полученными наградами Наталью Непряеву поздравил Игорь Руденя. Вы подарили нам, не только тем, кто болеет, и тем, кто разбирается в спорте, но и просто людям, которые, может быть, даже далеки от спорта, объединяющие чувство гордости за нашу страну. И вот эти минуты, которые проводили все у телевизора практически безотрывно, эти часы, когда люди смотрели Олимпиаду, ждали ваши выступления. Глава региона также подчеркнул, что сила воли, спортивное мастерство Натальи Непряевой стали примером для подрастающего поколения и выразил уверенность, что впереди у спортсменки еще много достойных побед. Кроме того, губернатор вручил Наталье Непряевой свидетельство, удостоверение и знак «Почетный гражданин Тверской области». Для меня большая честь встать в один ряд с самыми выдающимися людьми в Тверской области. Так как я родилась и выросла в этом городе, и по сей день я большую часть свободного времени, пока я не на сборах, я все-таки провожу здесь, в Твери. И, конечно же, спасибо в первую очередь родителям, Александру Васильевичу, которые привили любовь и помогли мне найти свое дело, благодаря которому я сейчас та, кем я являюсь. Особые слова благодарности Игорь Руденя выразил наставникам спортсменки Ирине Непряевой по совместительству маме Натальи, тренеру комплексной спортивной школы Олимпийского резерва номер один и Александру Смирнову, главному тренеру Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства». Ирина Владимировна и Александр Васильевич удостоены нагрудных знаков за заслуги в развитии Тверской области.